Это зерновая лебеда. В отличие от нашей дикой лебеды травы, у нее, ну сами посмотрите, какие у нее, даже не знаю, как назвать, семенники или колосья. Здесь много-много зернышек белых. Вот. Ее можно и человеку есть, и этими зернами и скотину кормят. Ну, красивая такая вот осень. Сегодня 8 сентября. Такая она уродилась. Зерновая лебеда. Мощная.